Ночь с 21 на 22 мая для музейных работников оказалась бессонной. Вот уже 15 лет в честь Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, во всем мире проводится акция «Ночь музеев». Российские музеи впервые предложили посетить свои хранилища ночью в 2007 году. Среди открывших тогда свои двери был и Славянский историко-краеведческий музей. Открытие ночи музеев в Славянском историко-краеведческом музее прошло в торжественной обстановке. Были приглашены почетные гости, друзья музея, жители. Праздничное настроение создавали творческие коллективы. Из-за пандемии последние два года акция не проводилась, и, конечно же, все соскучились по таким мероприятиям. Славянцам с таким замечательным праздником и возобновлением проведения ночи музеев в очном формате поздравил начальник управления культуры Славянского района Дмитрий Решмит. Ночь музеев как раз тот день, когда есть очередной повод встретиться и пообщаться, и узнать много нового. Потому что это не только период, когда можно прийти в музей бесплатно, посетить, посмотреть экспозиции, но это и время, когда вам может открыться что-то новое и интересное. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли. С праздником! Ночь музеев – это праздник истории, а потому не обошлось в этот день без подарков. Представитель поискового отряда «Кубанский рубеж» Богдан Фуфалько подарил в Музее природы новый экспонат – необычную картину, сделанную из крыльев бабочек, которая наверняка украсит экспозицию. Друзьям музея, которые на протяжении многих лет сотрудничают и помогают собирать экспонаты, проводить патриотические мероприятия, директор музея Наталья Стрюк вручила благодарственные письма. К акции «Ночь музеев» хранители истории, как говорят о себе музейные работники, готовятся долго и тщательно. К своему профессиональному празднику из запасников они достают самые редкие и дорогие экспонаты. В этот день, точнее ночь, в музее можно увидеть столько нового и интересного, сколько не увидишь за целый год. Например, в этот раз славянцы получили возможность совершить историческую экскурсию по Славянскому району. Музеи сельских поселений подготовили для горожан свои уникальные выставки. Неповторимый ковер, написанный маслом. В Петровской узнать свою родословную. В Забойском познакомиться с жизнью полярников, а в Анастасиевской увидеть коллекцию картин нашего земляка Эдуарда Овчаренко. Интересные экскурсии и викторины были подготовлены и для посетителей историко-краеведческого музея. Мы день не спим, мы ночь не спим, и день, и ночь стучим. Часы! Часы! Точно! А ведь обратите внимание, они у нас не рабочие часы, им уже больше 100 лет, но они удивительные, они как экспонаты, очень интересные. Не в каждом доме сегодня такие увидишь, правда же? Много интересного можно было увидеть и услышать не только в музее, но и в картинной галерее, где была организована творческая гостиная. Перед посетителями со своими номерами выступили славянские барды. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».